Назовите себя, пожалуйста. Курочкин Кирилл, играющий тренер и вратарь РГУ Косыгина. Нормально. Готовы игрой, довольны игрой команды? Самой игрой, да, результатом нет, потому что пропустили в конце гол. Задача была сыграть надежно в обороне и свой шанс реализовать. Какие планы на сезон? Ну, закрепиться в первой группе, в середине турнирной таблицы, потому что все-таки у нас команда новая, наверх нам еще, наверное, рановато. Вот. Но и внизу, соответственно, мы, я думаю, хотелось бы, по крайней мере, этого, чтобы мы не были. Какая обстановка в команде? Положительная, но, конечно, расстроены двумя поражениями, особенно вот сегодняшним. Вот. Ну, будем работать, будем стараться побеждать. Спасибо большое. Спасибо.